Пенсионерка отвоевала деньги. Женщине оплатили дорогу в отпуск. Прокуратура выяснила, что в управлении пенсионного фонда ей отказались компенсировать дорожные расходы, поскольку на отдых она ездила за пределы страны, в Украину. Вместе с тем, как поясняют в прокуратуре, данная позиция является заведомо неконституционной, поскольку ограничивает права пенсионеров на отдых, свободу передвижения и свободный выезд за границу. Ноябрьский городской суд с доводами прокурора согласился и обязал пенсионный фонд выплатить пенсионерке компенсацию за проезд в пределах России.